Вот почему барака в твоем доме уменьшается. Первое. Неблагодарность. Отсутствие щукру. Всевышний каждый день нам дает здоровье. Красивое лицо, уши, нос, рот, язык, глаза. Но когда мы последний раз говорили за это, альхамдулилля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: если вы будете благодарны, я непременно увеличу для вас мои блага. Второе. Молитва, намаз. Небрежное отношение и несвоевременное совершение молитвы уменьшает барака. Однажды Аиша, супруга пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, рассказывала, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, услышал призыв на молитву, он как будто не знал нас, и мы не знали его. Третье. Большие грехи, такие как зина, прелюбодеяние. Сегодня нас окружает внешняя иллюзия красоты, где грехи, такие как прелюбодеяние, зина, скрываются под красивой оболочкой. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, когда человек совершает прелюбодеяние, иман покидает его. Задумайтесь, дорогие братья и сестры, и будьте благодарны Всевышнему за все блага, которые Он дает.